мостика, на котором мы стоим, прекрасно видна и Севастопольская бухта, и ее берега. Мы с вами находимся на южной стороне Севастопольской бухты. Она делит город на две неравных части. На противоположном берегу можно видеть постройки северной стороны. Также отсюда можно, если вы посмотрите влево, увидеть и главные ворота нашего Севастопольского порта, через которые как раз и заходят и выходят корабли в нашу гавань. А за моей спиной, немножко скрытой деревьями, виднеется памятник, который уже давным-давно считается символом нашего славного города-героя. Это памятник затопленным кораблям. Сейчас мы стоим в том месте, где начинается проспект Нахимова, также одна из главных улиц нашего города. А за моей спиной берет свое начало еще одно из самых красивых мест Севастополя – это Приморский бульвар. Буквально в несколько десятков метров за моей спиной начинается море, и вдоль берега Севастопольской бухты как раз и протянулось это живописнейшее место, являющееся одним из самых любимых мест отдыха горожан и гостей города.